Как отметил инспектор по делам несовершеннолетних Павел Бахров, станция Расторгуева – самый травмоопасный участок железной дороги Павелецкого направления. В связи с этим тут регулярно проходят профилактические мероприятия, призванные напомнить пассажирам правила поведения на железной дороге и последствия пренебрежения ими. Рейды организовывают сотрудники администрации, РЖД, представители казачьей дружины и полиции. Время проведения обычно вторая половина дня. Люди возвращаются с работ, несовершеннолетние возвращаются с учебных заведений, вот, и большое количество пассажиропотока. Видновчанин Владимир Агличев пользуется железнодорожным транспортом, так как работает в Москве и часто становится свидетелем нарушений. Заборчик, наверное, какой-нибудь надо поставить, потому что туда бесплатно ездит Домодедово, там тоже прыгают, и здесь прыгают. Прыгают взрослые, дети прыгают за ними же. Владимир признается, что и сам иногда нарушает правила безопасности. Бывает, когда зарплаты нету, да? Прыгаю, а что делать? Печально, но пример несовершеннолетним активно подают взрослые, думая, что железная дорога – это не шоссе в час пик. 1-2 поезда пройдут, и можно идти. Оказывается, нельзя. Об этом говорит статистика. При проведении профилактических рейдов на станции Расторгуева выявляются несовершеннолетние граждане по статье 11.1 часть 5 Кодекса административных правонарушений «Переход железнодорожных путей в неустановленном месте» и доставляется в подразделение по делам несовершеннолетних линейное управление Москва-Павелецкая Министерства внутренних дел. В ходе рейда на станции Расторгуева были задержаны двое подростков, перебежавших рельсы в неположенном месте. Что подвергло вот именно вас это совершить? Вы залезли на платформу, прошли в неустановленных местах. Студенческие нам отменили. Студенческие отменили, значит, должны находиться дома. Инспектору пришлось позвонить родителям несовершеннолетних. Ваш ребенок сейчас был задержан нами на станции Расторгуева по статье 11.1 часть 5 «Проход железнодорожных путей в неустановленном месте». Профилактические акции на станции Расторгуева проходят еженедельно. Также сотрудники полиции, РЖД постоянно дежурят около платформ. В ходе этого рейда был оштрафован еще один взрослый и один ребенок. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.